Как многие из вас уже поняли, с 1 января мы продолжили снимать влоги, но немножко в новом формате. Теперь это семейный канал. И раз он семейный, значит, мы хотим вам рассказать какую-то историю, историю своей семьи, историю своей жизни. И начнем, пожалуй, с того, что я вас познакомлю сейчас со своей семьей. Хотел. Ты бил прямо на колодец игрушкой. Ну он большой. Тут но он стой. Хотел с нами, ему было скучно. Тут что? Ему места не хватит? Одиноко а? Там. Скучно? Одиноко. Ты попросил. Мы его передвинулся от Силуса, а так нагло и просто лег. Говорил, но я приобрети маму какую-то цыганку деревенскую. Я и ты, мы одни. Мое сердце поет под ритм стука. Тук-тук-тук, чик-чик-чик. Когда я хочу есть, мое сердце поет и говорит так. Часы тук-тук, чик-чик, бук-бук. Варишь свои котлеты, мое сердце попадет. Но этот ритм у меня в крови. И начинаю танцевать, писать под крышку. Так чтоб не проголодаться пышку. Йо-йо, пацаны и девчонки. Йо-йо, пацаны и девчонки. Короче, прихожу я в школу с накрашенными ногтями. Мне говорят, сними лак. Я прихожу домой, говорю, в слезах прихожу, говорю, мне сказали снять лак. А папа с мамой говорили, решай сама. Они типа не командуют. Я не сняла лак. Пришла, меня хотели отвезти к директору. А я отказалась. И в слезах опять пришла домой, сняла лак. Ну и пожалуйста, учительница. Больно уж надо. Лак носить. Был где-то пятый урок, четвертый, третий, второй. Мы пошли в спортзал. Мы всегда строимся в две группы, девочки и мальчики. Мне попалось построиться с одним мальчиком, которого я ненавижу, и он меня ненавидит. Всю дорогу он бе-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 бе, Налика, у тебя не буга грузи. Потом нам сказали построиться, как по парам. Мы построились. Ау. Чего? Прикусила губу. Я пошла с этим мальчиком, и, короче, он меня так достал, когда мы строились. Я встала второй и ждала свою пару. А он меня оттолкнул раз, когда я стояла. Оттолкнул раз. Я отстояла свое право и стояла. Он два оттолкнул меня назад. Я отстояла свое право и встала опять вперед. Он меня оттолкнул назад и поцарапал. А потом я его поцарапала. А он меня оттолкнул назад. А другой мальчик оттолкнул вперед. А того мальчика я пихнула назад, и он врезался в батарею. Короче, это было шок. Учительница, короче, болтай. Это было скукотень.
короче, сказали, если ты будешь и так находить виновно, лучше переходи в другой класс. Какие три самых лучших твоих качества, как ты считаешь? Я хитрая, как лиса. Я подлизываюсь лучше всех. Я учусь очень быстро, как с Ериком история. И с туалетом минут. А три самых плохих твоих качества? Я думаю только о себе. Не выполняю то, что обещаю. И я люблю подраконить. Назови три качества, которые тебе нравятся в мальчиках. В том, что они верят, что говорят. В том, что они пытаются тебя затянуть в всякие романы. Как с одним мальчиком, он со мной поцеловался и убежал. И пытаются угнать, пытаются тебя как-то украсть, что ли. Пытаются предлагать, пытаются попросить на свидание. Каким должен быть настоящий мужчина? Добрым. Должен любить тебя. Должен защищать тебя. А каким должна быть настоящая леди? Должна быть послушной, доброй, хозяйственной. Красивый. И красивый. Должна быть? Должна. Четыре качества.